Ты в порядке? Все хорошо, Дьюи. То есть, было хорошо до сегодняшнего дня. Ну, в театре порядок. Я впервые получила главную роль. Это здорово. Да, и мне нравится. У меня прекрасные друзья. Есть даже парень симпатичный, учится на медицинском. Склонности к психозу нет. Я просто испугался. Слушай, Сид, если какой-то псих решил пойти по стопам Билли Лумиса, тебе узнать его просто необходимо. Или ее. Или их. Они могли уже появиться в твоей жизни. Теперь они ждут. Пожалуйста, будь осторожнее, Сид. Ну да. Думаешь, я не понимаю? Дьюи, что же мне теперь делать? Обо всех забыть и зарыться в землю? Что? Будь начеку. Не паникуй. Я постараюсь поговорить с шефом Хартли. Я задержусь здесь. Хочу убедиться, что ты в безопасности. Да, спасибо. Пока.